Универсиада оставила богатое материальное наследие. Это прежде всего спортивная инфраструктура, построенная с нуля Алматы и Халык-Арена, модернизированный горнолыжный комплекс Шымбулак, каток Медеу, международный комплекс Сункар, дворец спорта имени Балан-Шалака, а также два объекта Алматинской области. Это лыжно-биатлонный комплекс Алатау и спортивный комплекс Табаган. По поручению Елбасы нами уже начата работа по распределению 1748 квартир среди очередников на жилье. Это сократит очередь на жилье в Алматы на 10%. Сегодня это около 17 тысяч человек. С учетом широкой информированности общественности, мы нацелены решить этот вопрос в кратчайшие сроки до праздника Наурыз. Согласно соглашению между Акиматом и АО «Казахстанская ипотечная компания», по итогам неоднократного публично проведенного управления жилеотбора подготовлен список очередников из числа социально уязвимых слоев населения – инвалидов, сирот, многодетных, бюджетников, остро нуждающихся в жилье.